Всем привет, дорогие друзья, и с вами Саня. Недавно еще одна интересная появилась акция на сайте NVIDIA и в магазинах. Нет, это не купоны никакие, ничего такого, ни смс-ки, ничего не надо отправлять. Тупо набираем позиций до 5 штук и платим меньше. Что-то акция называется «Бери больше, плати меньше». Вот там 3 позиции берешь, там 20% скидка, 4 позиции берешь, 30% скидка и 5 позиций DVD или Blu-ray берешь, 40% скидка. Ну, я и набрал сразу 5 позиций, взял недорогих. Общая стоимость этих 5 дисков 860 рублей, по-моему, где-нибудь здесь. Потом прикреплю, там, электронный чек, там, и что, или что-то вроде того. Давайте распакуем их. Так, погнали. 5 позиций. Это у нас фильм «День независимости», вторая часть «Возрождение». «На гребне волны», «Черепашки-ниндзя» вторые, «В бой идут одни старики» и «Не пойман, не вор». Давайте начнем. Самый дешевый, это, по-моему, «В бой идут одни старики», наш советский фильм. Взял для коллекции, не знаю, не смотрел, но, может, когда вырасту, я его гляну, и он будет офигенным. Так, такая вот обложечка. Ну, Леонида Быкова я знаю, Макарыч. Военный фильм, но ни разу пока не смотрел. Смотрю обязательно. Знаменитый фильм о войне, теперь в цвете. Вот такая у нас обложечка. Что-то он 99 стоил, и там со скидкой меньше получилось. И вот такая накатка. Такая накаточка с самолетиками. Нормально, нормально. Погнали дальше. Можно сказать, ну не знаю, новинка, не новинка, но этот фильм до этого у нас не издавался. За рубежом он вышел давно, уже может лет 5 назад там, или 3. У нас недавно появился «Не пойман, не вор» с Дензелом, нафиг. Дензела люблю, интересные с ним фильмы. Тут еще Клайв Оуэн, Джоди Фостер. Не знаю, не смотрел, взял тоже что-то 250 стоил. И потом по акции, там сколько-то скидка, 40%. 150 он мне в итоге, наверное, обошелся где-то. Такая обложечка. Задничек. И у нас такая накатка. Ну, да, ничего особенного. Universal обычно не балует нас классными накатками. Так, погнали дальше. Черепашки вторые взял. Взял 2D издание. Плохо, что они как не объединили, как первую часть. Как бы и 2D, и 3D. Все по отдельности. Или бери 2D, или плати 3D. Но пока взял 2D версию, может, потом 3D докуплю. Да, вышло похуже, но Бибоп и Рокстеди в этом фильме, Кейси, по-моему, и Крэнк со Шредером. Ну, чтобы Крэнка глянуть на большом экране, я уже этот фильм смотрел, да, он похуже первой части, но чтобы глянуть Крэнка на большом экране, решил взять, да, для коллекции. Черепашек люблю, я в детстве по ним залипал, по мультику. Очень нравилось раньше. Такая обложка у нас. Вон, Шредер. Бибоп Рокстеди. Микеланджело опять поедает пиццу. И вот такая у нас обложечка. Да. От Paramount у нас не всегда, конечно. И, да я даже не помню, что Paramount когда-то делал нормально накатки на диске. Обычно просто надпись и все. Так, едем дальше. «На гребне волны». Ремейк фильма с этим, как его, с Киану Ривзом и с Патриком Суэйзи. Неплохой ремейк получился. Мне, в принципе, фильм понравился. Смотрел его один раз. Такой тоже нормальный, динамичный. Неплохой ремейк. Я доволен, в принципе. Такая вот накаточка. Взрывное кино. Да, неплохое кино. Особенно вот этот последний момент, когда они на гору забираются там по скале. Порадовал момент. И вот такая у нас накатка. Warner'ы тоже не особо балуют интересными накатками. И последний фильм, который взял, еще один. «День независимости. Возвращение». Да, фильм намного хуже получился первой части. Нет Уилла Смита. Но есть актеры, которые были в предыдущей части. Голдблюм, там отец его, еврей этот. И я этот фильм посмотрел один раз, да, спецэффекты, все нормально. Но он заметно хуже первой части. Стоил 490,
40% скидки. В итоге что он там, рублей 300 обошелся. Давайте откроем. Кстати, что интересно, попался элитная коробка. Очень радует. Такая вот обложечка. Blu-ray 3D у нас не выходил. Можно купить за рубежом с русским 3D. И вот такая диска. Диск такая, такая накаточка. И вот здесь коробка Elite. Elite очень радует. У нас нигде, кстати, что-то не попадались. Ездил на пару рынков. Там, блин, в основном один шлак, а не коробки продаются. С этим длинным шпинделем. Вот. Нашел только в одном магазине. На проспекте Мира коробки. Но это ладно, не об этом. Элитовские коробки я у нас в продаже просто в свободной не видел. А жаль, я бы набрал бы штук 100 бы. Да, фильм заметно хуже. В первой части я 7 черепов поставил. Вот этой части, ну, 6 я ставлю. Не проходной фильм, ну и нет. Не на частый просмотр, так скажем. Итого 5 позиций взял. Интересная акция. Думаю, она еще... Надеюсь, что она еще будет какое-то время. Хотел еще там новиночек взять. Хотел Ассасином взять. Assassin's Creed взял. Хотел взять потом, что еще... Как его, мисс Перегрин, что ли, как-то, дом странных детей, мисс Перегрин хотел взять, потом это, Star Trek хотел последний взять, хоть он и, блин, похуже Джей Абрамса, короче, вот, много еще чего хотел взять, новиночек, причем, ну, новинки хотел именно новинок набрать, там нормально, есть 40% скидки, то нормальная цена меня устраивает, в принципе, получается. Но самое хреновое, что хотел промокод еще применить, а там или пользуйся этой скидкой, или этой. Объединять скидки нельзя, а жаль. Я уж там, у меня было пару промокодов, пятихаточка от 1000, если покупаешь. Хотел применить, но фиг, не получилось. Приходится брать 5 позиций, 40% и так далее. Ну все, друзья, такая вот распаковка у нас сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!